Всем привет! Сегодня у меня для вас новое видео с распаковкой моих посылочек. Как всегда, много разного интересного. Ссылочки на все оставлю в описании. Первая посылка у меня — шторы для ванны. Размер 2 м на 1,80 м. Материал Оксфорд с водоотталкивающей пропиткой и текстурой льна. Тканевые с люверсами. Заказывала на Wildberries. У продавца было несколько расцветочек. Я выбрала в бежевом цвете. Как мы видели, все пришло хорошо запаковано. Штора выглядит вот таким образом. В комплекте со шторой также имеется вот такая вот подвязка-держатель, которая поможет зафиксировать штору в том положении, которое нужно. Штора, она на вот таких вот широких кольцах. На пункте выдачи я уже посмотрела, проверила. Очень классная штора, хорошо сделана. Все строчки ровно, ниточки не торчат. Внутренней стороны она с водоотталкивающей пропиткой. Вот такой вот глянцевый, я думаю, вам видно. А снаружи, как обычная ткань, но водоотталкивающая и воду не впитывает. Снизу штора обработана вот таким вот образом. Вставлен кант для того, чтобы штора не топорщилась и не поднималась вверх, чтобы был вес, и она висела прямо. В целом, то, как сделана штора, мне нравится. Каких нареканий не имею. И вот таким образом штора выглядит в ванной. Как вы заметили, там еще у нас ничего практически нет. Тем не менее, я уже начала покупать себе аксессуары для ванной. И в том числе штору, которую я вам сейчас показываю. Мне очень нравится, как она смотрится в интерьере. Штора классная, воду не впитывает. И, как мне кажется, отлично впитывается в интерьер нашей ванной комнаты. Что вы думаете по данному поводу? Обязательно пишите в комментариях. Следующая покупочка у меня идет — ирригатор для полости рта. Не пугайтесь, почему у меня все это в таком виде, потому что мы уже начали этим пользоваться. До этого снимала шортс, когда ко мне только пришел ирригатор для полости рта. Большой объем, мощный поток, 5 режимов, 4 насадки. На самом деле очень классный ирригатор, пользуемся с удовольствием. Зубки стали намного чище, белее. Объем для воды большой, 230 мл. Заряда хватает надолго. Я еще ни разу его не заряжала с того момента, как ко мне приехал этот ирригатор. 5 режимов. Тут можно посмотреть, каких. И давайте покажу также, что входит в данный набор. Тут написано, что высокое давление, водная защита, 5 режимов, 45 дней без подзарядки. Высокое давление, еду и крошки из зубов выбивает на ура. Все это, конечно же, приехало ко мне хорошо запаковано, так как мы уже начали пользоваться. Вот в таком виде уже сейчас у нас лежит. Имеется инструкция по применению, инструкция полностью на русском языке. Все удобненько, хорошо описано. Пользоваться одно удовольствие, да я, в принципе, и без инструкции легко разобралась. Также тут есть QR-код, можно установить приложение, если есть желание. И вот такие вот насадочки еще есть в комплекте. Вот одна насадка, вторая и еще две вот таких вот. Также кабель для подзарядки. Очень нравится данный ирригатор. Цена у него бюджетная. Пользуемся с удовольствием. От души рекомендую. Раз уж речь зашла о зубах, сразу покажу то, что я заказала для чистки зубов. Да, ирригатор — это хорошо, но зубными щетками мы также пользуемся. В данном случае заказала себе проверенный вариант, которым пользуемся из раза в раз. Очень мне нравятся зубные щетки. У меня черная вот такая вот зубная щетка. Потом голубой цвет вот такая вот щеточка. И здесь у меня тоже в голубом цвете и немножечко другая. Давайте обо всем по порядку. Каждая из этих щеток также были в разных расцветках. Я заказала те, которые понравились моей семье. Здесь огромное количество щетинок. Я бы даже сказала, не щетинок, а волосков. Обволакивает каждый зубик, очищает на ура. Бережно, нежно это делать, не повреждает десна, эмаль. В целом очень мне нравится. Чистит намного лучше, чем все те щетки, которые продаются в магазинах. Я пользуюсь только этой зубной щеткой, больше другими не пользуюсь вообще. С обратной стороны выглядит все это вот таким образом. Я уже не в первый раз заказываю такие щетки. Когда я их в первый раз увидела, после этого другие щетки для меня отпали. Только ими пользуюсь. Следующая щетка, которую я заказала, это для деток. Вернее, для одного из детей. Щетка голубого цвета. Она ничем не отличается по качеству от предыдущей. Единственное, чем она отличается, это тем, что меньше по размеру. И сама головка, вот эта щетина, тоже чуть поменьше. Для деток удобнее. Ну и плюс, конечно, милая такая мордашка здесь имеется. Нарисован зубик. Пандочка. Еще здесь зубик, лапка. Ой, как мило. И вот так вот выглядит сама зубная щетка. Ой, камера не хочет фокусировать. Тут тоже огромное количество мелких волосков. Щеточка очень мягкая, приятная, нежная. Тоже подобное уже заказывала. Ну и третья щетка отличается она от предыдущих тем, что у нее имеется чехольчик. Ну и ручка немножко другая по дизайну. У этой, допустим, рифленая поверхность, а в данном случае поверхность ровная. Все хорошо открывается. По мягкости она такая же мягкая. Я заказывала все три варианта до этого.
средства и уже знаю, что они все хорошо работают. Если вы еще не пользуетесь такими зубными щетками, рекомендую, обязательно попользуйтесь. Закажите хотя бы одну из щеточек. Уверена, что вы больше не захотите каким-либо другим пользоваться. И данные щетки станут такими же любимыми, как для меня. Следующая моя покупочка. Здесь у меня идет пояс резинка. Вот такой вот поясочек я себе выбрала. На пряжке имеется жемчужина. Здесь все это крепится вот таким образом. Эко-кожа. Сзади все это сделано на резинке. Она эластичная резиночка. Нравится мне, как сделано. Все хорошо прошито. Строчечки ровные. Ниточки не торчат. Здесь болтики. И также здесь никаких изъянов. Все вшито хорошо. Хороший ремешочек. Буду пользоваться. Цена у него была супер бюджетная. Следующая моя покупочка. Заказывала я на Озон. Здесь у меня идут эко-гели для стирки белья. Да, наткнулась на скидку. Не смогла пройти мимо. Вы скажете, у меня много гелей для стирки. Да, их много, но... мимо скидок я не могу пройти, извините. Заказала в этот раз Wonderlove. Нам доверяет природа. Инновационная формула. Давайте начнем вот с этого. Сначала расскажу про него. Универсальный эко-гель для стирки с ароматом утренней цветы. Сделанный из фруктов и овощей. Эффективное устранение пятен без фосфатов, фанатов для всех видов ткани. Суперконцентрат для 76 стирок. Объем 3780 мл. То, как нужно пользоваться, сколько нужно запускать. На самом деле, да, здесь нужно запускать меньше, чем все мои гели предыдущие. Это очень супер экономное средство. Данный гель полностью вымывается водой, эффективен в холодной воде, подходит для мембранных тканей и также дает антистатический эффект, удаляет даже самые сложные пятна. Написано, что при средней жесткости воды достаточно 50 мл для одного применения. Для сравнения, обычно в одну стирку гель я наливаю где-то 90 мл, поэтому 50 мл это крайне экономно. Не знаю, увидите вы или нет, но внутри все это выглядит интересно. Гель очень густой, сразу это видно, аромат бесподобный, очень вкусно пахнет. И да, что, о чем я еще вам не сказала. Сбоку имеется отметочка, на которой показано, сколько геля находится внутри. И второй гель вот такой вот. Эко-гель для стирки цветного белья, в данном случае уже, с ароматом пудра и иланг-иланг. Также здесь все то же самое. Не буду зачитывать. Отличается он только ароматом. И сбоку также имеется вот такая вот отметочка. Давайте откроем и его понюхаем. Ой, аромат у этого тоже очень приятный. Вкусненько пахнет цветочками. Гель также густой. Буду пользоваться, проверять, тестировать. Если вам интересно узнать, как работает данный гель, спрашивайте. Я вам обязательно в комментариях расскажу более подробно. Следующая покупочка. Вешалка Transformer 9 в 1. Заказывала на Балтрис. И внутри все это выглядит вот таким образом. Когда я оформляла заказ, обратила внимание, что у продавца была такая же вешалка Transformer, только в меньшем количестве. Как бы не 9 в 1, 5 в 1, по-моему, там было. Я решила взять по максимуму, так как у меня вещей очень много. И я боюсь, даже мне одной вот такой вешалки будет маловато и придется заказать еще одну. Все это пришло в разобранном состоянии. Инструкция по сборке. Все легко собирается. Сейчас я магией монтажа соберу за одну секундочку, и мы посмотрим, как это выглядит. Буквально пару минут, и вешалка готова. Все собрала, все хорошо работает. Также продавец положил запасом заглушку и вот такое вот колечко. Это на тот случай, наверное, если потеряется или что-то сломается. В целом, вешалка классная, сделана хорошо. Нравится мне, как это работает. Собирать легко, удобно, быстро. Никаких проблем у меня не возникло. Ну и показывает то, как данная вешалка смотрится в деле. На вешалке очень мне понравилось. Удобная, комфортная. Большое количество вещей в себя вмещает. Много места не занимает. И также, если вдруг места будет очень мало, ее можно повесить на один крючок и тем самым колоссально сэкономить место на вешалке. Однозначно рекомендую к покупке, обязательно куплю себе еще. Следующая моя покупочка. Здесь у меня носочки. Носки женские, короткие, белые. Размер 36-40. Заказывала на Wildberries. Вот так вот все это пришло. Прикольный пакет. Отпуск — это когда тебя отпускает. И внутри все это выглядит вот таким образом. Посмотрите, какие замечательные носочки. Здесь у меня 5 пар. Очень люблю белые носки. Быстро они у меня расходуются. Коротенькие, для того, чтобы можно было носить под кроссовки, что-то такое, ботиночки. И не выглядывали носочки. Именно выбрала вот такой коротенький вариант. Каждая пара закреплена вот таким образом. Port Socks, спортивные носки, хлопок. Качество очень хорошая, приятная. Состав мы с вами не прочитали. Хлопок 80%, полиамид 15, спандекс 5. Носки на самом деле очень приятные. Хочется и трогать. Резинка комфортная, эластичная, ногу не будет сдавливать. Сами носочки сделаны хорошо. Цена была у них крайне бюджетная. Если ищете хороший вариант, рекомендую. Следующая моя покупочка — шампунь и бальзам
Тиори. Вот так вот все пришло запаковано. Здесь у меня шампунь и бальзам огромным объемом. Все это выглядит вот таким образом. Цена была крайне демократичная. А скидка ли была, не знаю, то ли на постоянной основе у них цена такая. Обязательно вам здесь также напишу, какая цена на данный момент. И так как у меня дома есть баня, ванная, естественно, я по разным местам все это раскидываю. У меня быстро все это тратится. В данном случае шампунь для объема и блеска волос. Бережная формула, способ применения, объем 1 литр. Вот так все это выглядит с дозатором. И второе, что входит сюда. Это бальзам для объема и блеска волос. Деликатный бальзам обеспечивает легкое расчесывание без утяжелений, дарит волосам блеск, сияние, подходит для ежедневного применения. Для лучшего результата рекомендуем использовать вместе с шампунем Теория. Теория of Love. Бережная формула шампунь заботливо очищает кожу головы, останавливает волосы по всей длине, подходит для ежедневного применения. Для лучшего результата рекомендуется использовать бальзамчик. Вот, купила такой наборчик. Буду пользоваться, смотреть, тестировать. Давайте проверим, какой у него аромат. Аромат очень приятный. Вкусно пахнет чем-то сладеньким, лимонадиком, я бы даже сказала. И также давайте проверим бальзамчик. Вот так вот все это выглядит. Аромат точно такой же, как у шампуня. Вместе буду ими пользоваться. Здесь у нас дозатор, который зафиксирован. Не буду я его сейчас открывать. Буду пользоваться, проверять, тестировать. Если интересно узнать, как работает, спрашивайте. Следующая моя покупка — парфюмерная вода Enfez. В данном случае мне приехала вот такая вот туалетная водичка. Orange Jasmine Vanilla. Заказывала я на Озон. Но, по-моему, они также есть еще и на Валберес. Все пришло хорошо запаковано. Объемчик 25 мл. Я уже не в первый раз заказываю парфюмерную воду с этого магазина. Пользуюсь с удовольствием. Очень мне нравится. Все воды, которые я заказывала до этого, они стойкие. Хватает надолго. И я думаю, это ли не самое главное в приобретении парфюмерной воды. И также, что еще главное, ароматы, которые здесь представлены, они очень схожи с оригиналом. Если бы я не знала, что это реплика, я бы подумала, что это оригинал. Очень вкусный, приятный, схож с оригиналом очень сильно. Точно так же, как все предыдущие водички. И также, что еще мне нравится, пульверизатор здесь очень нежный. Распыляет он облачком, не плюется. В целом, пользоваться комфортно. В данном магазине огромное количество различных ароматов. Я брала только те, которые мне понравились. Но думаю, на этом я не остановлюсь и буду заказывать еще. Если ищете хорошую стойкую парфюмерную воду с ароматами знаменитых брендов, обязательно присмотритесь. Я думаю, вы найдете там для себя что-то интересное. Следующая моя посылка, я ее уже вскрыла, потому что забыла, что находится в ней. Тут не написано. И здесь у меня находились серьги-гвоздики, цвет. Точки. Также в комплекте с данными серьгами идет вот такое вот колечко. Выполнены они вот таким образом. Очень красивые. Покупала я их для особого мероприятия. Но думаю, также, наверное, можно носить на повседневной носке. Напишите, можно ли такое надевать для повседневной жизни. Может быть, не стоит мне рисковать и носить только на мероприятия. Носите ли вы такое каждый день или нет. Все хорошо сделано. Сзади имеются вот такие вот заглушки. Очень красиво, детализировано. А колечко выглядит вот таким образом. Оно не слитное, поэтому можно будет легко подогнать под размер, туда-сюда его покрутить. И выглядит на пальчике оно вот так вот. Очень красивое, сверкает прям. Очень нравится, как это смотрится. Буду пользоваться этим. Как я вам говорила в одном из своих видео, то, что подарки для Артура не закончились. Есть еще, вот, в данном случае приехал новый подарочек. Генератор пузырей Космос синий. Привет, лето. Размер 17x10x17. Вот так вот все пришло запаковано. Я просто открыла посмотреть, как это выглядит внутри. Вот так вот выглядит сам генератор мыльных пузырей. Ой, какой он большой, мощный. В комплект также входит мыльные пузыри. Сверху что-то надевается. Еще входят батареечки. Сейчас я все это соберу и покажу, как это работает. Собрала генератор мыльных пузырей. Вот так вот он выглядит. Очень красивый. Также наклеила наклеечки, вставила батарейки, мыльные пузыри на место. Ну и давайте покажу, как работает. Я уже, конечно, за кадром проверила. Знаю, как он работает. Замечательнейше просто. Ну а вы еще не видели. Начинаем. Посмотрите, какое огромное количество мыльных пузырей. Вам этого не видно. Сейчас ставлю кадры, то, как данный генератор мыльных пузырей пускает пузырики. Дети просто в восторге. Очень понравилось им. Только и делит, кто следующий будет играть. Игрушка зашла деткам на ура. Сделана она хорошо. Цена была бюджетная. Рекомендую. Предпоследняя моя покупочка. Заказывала я также ее на Валберес. Здесь у меня находится мыльница. Вот такая вот. Я уже ее вскрыла, на самом деле. Посмотрела. Мне очень крайне любопытно было узнать, как она выглядит. Мыльница обычная.
обычно, ничего такого в ней выдающегося, пластиковая, цена была бюджетная. В целом, сделана она хорошо, запаха постороннего не имеет. И последняя моя покупка, я уже все здесь вскрыла, посмотрела и забыла, что я это открывала, положила обратно открытую маску. Посмотрите, как у меня все здесь растеклось. Эту, конечно, я выброшу, так как там уже даже булавки проржавели, а данные мне придется отмыть. Ту масочку я открыла, попользовалась, завернула обратно для того, чтобы показать, какое количество здесь было и то, что я на самом деле уже открывала. Маска мне понравилась, хорошая. Отлично увлажняет, питает. Кожа после применения очень хорошая, мягкая. Здесь 10 штук. Цена за 10 штук была крайне демократична. Выгоднее, чем покупать по отдельности. Обещаю, что маска с медом. Не знаю, насколько она с медом, но увлажняет она кожу хорошо. Если ищете подобный вариант, рекомендую. Мне понравилось. Объемчик 25 грамм. Но поверьте мне, там очень много сыворотки. При желании можно использовать даже 2 раза. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Напоминаю, ссылочки на все оставлю в описании. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока!